Як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі, для ефекту сюрпризу. А також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в Instagram Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео, всіх запрошую підписувати. У Дмитрия Шевченко очень эффектная девушка. Их сегодня спалили, они вместе ходили в сауну, выставили сторис и он, и она. Но Дима быстро удалил эту сторис, и вот фотки с этой сторисы. А девушка его Екатерина Шефер, участница самого первого холостяка. Еще с Дмитрием Чмыр... Не, не Дмитрием. А как его звали? Фамилия Чмырковский, напишите в комментариях. Сейчас то, что Яну Соломко не выбрал, а Сашу Шульгину, вы еще помните первого холостяка? Так вот, эта Екатерина Шефер довольно эффектная. Она уже выскакивала у Димы в сторис, но просто как ученица, она ходит к нему на занятия. Я думаю, у них все-таки нечто большее. А любите холостяка и холостячку? Подписывайтесь.